Привет, с вами Виктор Балет. Сегодняшняя тема — 7 секретов счастливого человека или успешного. Значит, секрет свободы, секрет реальности, секрет красоты, секрет дружбы мы уже разобрали. Сейчас секрет любви. То есть это, можно сказать, самый главный секрет любви. Потому что любовь – это все. Вся наша Вселенная, все, что вы видите, все, что вы чувствуете, о чем все, что вы думаете, да? То есть все построено на любви. Посмотрите, например, цветок, как чудесно он сделан, да? Посмотрите красивые картины, посмотрите красивые дома, посмотрите на солнце, на звезды, на наше тело, на нашу одежду, на наши мысли, на все остальное, да? В основе всего, если лежит любовь, то это классно. Если в основе чего-то лежит зло, то это ужасно, как говорится, да? И любому человеку понятно, и любому животному, да, что любовь и ненависть, да, это как холодное и горячее. Поэтому если мы хотим, чтобы наша жизнь была горячей, наполненная смыслом, чтобы классно вообще так жить, прекрасное окружение, чтобы люди нормальные, хорошие были, да, вот мы должны руководствоваться секретом любви. А секрет любви говорит нам о чем? Дарите любовь и не переделывайте любимых. Дарите любовь и не переделывайте любимых. Да? Во-первых, что касается любви, здесь самое главное в универсуме, в нашей Вселенной, это два закона любви. Первый закон любви – это любите Бога. Вот всем, что у вас есть. Тело ваше, мозги, сознание, разум, ваша физика, химия, да, то есть все, последний атом нашего организма должен его уважать, респектировать, любить. Да? Он создал тебя, вот ты его творение. Хочешь ты это, не хочешь признавать, вот хорошо, как говорится. Если ты не хочешь этого признавать, тогда ты должен четко сказать: нет, вот вы, может быть, сделаны так, а я сделан из обезьяны. Вот мой отец, моя мама обезьяны. И дедушка, и бабушка тоже обезьяны. То есть мы от обезьян. Да. И тогда будет в твоих глазах две категории людей. Первая – это духовные личности, вот, сделанные Творцом. И вторая категория, или вторая группа человекообразных обезьян – это те, которые сделаны, или пророки, не пророки, прародители у них были обезьяны. Да. Но мы сейчас говорим с теми людьми, которые верят в Творца, а не от обезьян. Да? Значит, секрет любви. Значит, первое – это Творца уважать, любить, как хорошего отца. Если у тебя хороший или отец, или мама были, ты их любишь, уважаешь, ценишь. То же самое с твоим небесным отцом. Да? Первое. Второе – это любить ближнего твоего, как самого себя. То есть нас окружает очень много людей, и мы стараться должны любить их. Вот работать над этим хотя бы. Да? Может быть, это не всегда 100% получается, но как за формулу должны взять себя, что вот первая формула – Бог, а второе – наше окружение – вот мы. Да? То есть научиться любить самого себя. Ну и дарить любовь. Дарить любовь. В этом мире все так устроено. Наверняка ты уже видел, что ты даришь, 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 да? А тебе ничего не приходит взамен. Да, вот мне всегда на ум такой случай библейский всегда. Я вспоминаю, как Иисус, да, Он исцелил 10 слепых людей, да, 10 незрячих было, больных. Только один пришел и его поблагодарил за это. Все другие, представляешь, вот ты был бы слепой, да, вот там много-много лет, 30, 40, 50 лет слепой. Потом Иисус раз тебя исцелил, тебе открылись глаза, ты увидел всю эту красоту, да. Ты сказал, ну подумаешь, исцелил, исцелил, раз и пошел своей дорогой. А то есть один только прочувствовал, да, что сделал Иисус для него. Вернулся и поблагодарил его. Вот так же будет и с тобой, да? Ты будешь дарить любовь, и тебе ничего не будет приходить обратно. Пока. Но никогда не забывай, что все хорошие дела, они все тебе пойдут в зачет. То есть они тебе идут плюсиком, а не минусом. Это как книжка, да? Ну, книжка, наверное, плохое сравнение, потому что все банки сейчас банкротятся, все сыпется, валится. Ну, это, скажем, как
у Бога, да, у него там где-то есть какая-то бухгалтерия, он там тебе пишет плюс, 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 да. Тебе это идет в плюс. И не переделывайте любимых. Вот вы, например, любите, да, вас окружают любимые люди, но они все, у них куча недостатков. Но вы все равно их любите, да. И вот было бы хорошо не переделывать их. Советовать, помогать, все остальное, да. Но не переделывать. Переделывать — это ломать. Ломать, не строить. Да? То есть строить отношения — это хорошо, ломать — это плохо. Итак, секрет любви говорит о чем? Дарите любовь и не переделывайте любимых. Итак, с вами был Виктор Балит. Разобрали уже секрет свободы, секрет реальности, секрет красоты, секрет дружбы, секрет любви. И последние два секрета, два ролика, это будет секрет богатства и секрет счастья. Рассказываю все вам из своей жизни, из своего опыта. Итак, до следующего ролика. Пока-пока. Не забудь подписаться.